платформами, и мне приходилось вот первые два раза перьев, мне приходилось вообще в рейд возвращаться, чтобы хотя бы лужу или чешку туда кинуть, чтобы прохилить рейд вообще не поднимался. Я хрен знает, с чем это связано. Кто там был на срезе? Кто там был? ДЦ Настя, Кирсборн на рейде, я между платформами, это третья, четвертая. Кишки? Ну, я понял, кишки, да. Да, Холик стоял между первой и второй платформой. Всех рейдовых хилов почему-то отправили в соло хилить. Странно. В смысле, холибал? Сейчас он тут дайравит, чтобы не перебил. Зашел в игру. Он Элбрила в холике, Ну. Хэпала и Рестер Друида отправил хилить туда вот между первой и второй платформой. Короче, Элбрила не хватало. Дайте пристабав по лоб. Понятно. Бафните каску по ДК, пожалуйста, и по пету. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. У тебя нет шансов. Чем, наверное, на трешина круче. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что... Да какой чего ты вообще кого ты взял? нахуй слушаешь? Ты, блядь, на трэше будешь накручивать ДПС. Чем больше цели, тем больше прилетает. Так в одну цель он у тебя уйдет. Сегодня я Нормально. исполню это обещание. Нормальные люди под тебя не подписываются. А я ненормальная, взяла и подписала. Звездопад по трэш давай. Геру. Таргет переключай на трэш. Гера будет, нет? А вы с нами на робота еще не ходили, да? Не-не-не. На Я этом имею в виду... КД после правки нет, не ходил. На Ларе застряли, да? Да мы ходили-то вчера только все. Понял. И то после ока обычки. Ну то есть там время чуть-чуть. Сегодня день встреч, что ли? Все возвращаются в игру. Девочка одна тоже вернулась. Пишет. Холик один вернулся. Нашего маньяком называет. Холик это хорошо. Да, такой он гильдуч не тянется. Ты что-то, Полин, тихо слышно? Может тихо. Сейчас погоди, я здесь гляну, может у меня там не 200 стоит. Да нет. Хз, хз.
Че, у вас там рейд нормальный собрался? Ну это на сурке. Ну это без гиба. На каком? Пиздец, потом... демоне всего один сурка я дал. Охуеть. Всего лишь. 250. Что-то ты не так делаешь, Жень. Так я 258-й. И я в Т4. А, ты в Т4, понял. Я 258-й вообще, ты чё? А у тебя вообще Т5, что ли, нет? Одна штука только. Помните о чести, герои. Ну тогда нормально для Т4. Для 258-го один скайп нормально? Да, нормально. Для демона, да. Чего? Хорошо. У меня нет цели. Ну там почти один. Так. Ладно. Демоны до Т5 сильно не давали. Это неплохо один шка. Нужно выбрать цель. У меня нет цели. Он кстати, кораблей и шурка ты не соберешь души. Все, не так. Принцов тоже. Да, из принцов тоже. Типа сразу три трупа жирно. Не, свали собирается вроде, если я не путаю. Я, правда, все время с ЖНЛ там что-то мутил. Странно, что он не попросил его Сильвана, чтобы она его резнула. Да, она отца Джайна его спросила. Озлобленная стерва. Ебать, теперь Грул под себя притягивает на этой хуйне. Чего, блядь? Да, я сначала думал, это глюк какой-то. Охуеть, блядь. Он такой демон, 60к на трэше. Меч кладенец. Че, нормально на трэше 258 блоком влил? Ты лучше расскажи, как у тебя шаман с ПВП расцветает. Не слышно тебя. А чё такое? Почему у меня с микрофоном так? Сейчас я перейду. Да нормально тебя слышно? Да? Чё, профа скипаем, да? Может быть оставим Синдру, профа и Лича? Типа последних их закроем, чтобы сапрот не тратить. Или уже сапроты не пьют в обычке уже. Погнали. Слышно меня? Угу. Супер. Блин, вот сижу сейчас с ДБМ и не могу найти окошко, чтобы у меня посередине экрана всплывали иконки вверх, а не вниз. Не могу найти. Только собаку, пожалуйста, кожу не дергайте, пусть он соберет. Так ты поставь мастер лут поставь, чтобы ни дропа не было, и все, и никто не соберет. Потому что собак там тоже неплохо. Что-то вот эту пачку высосал, мол. В ловушке там можно взрывать, Кир, это проще. 30-50 это неплохо. Угу.
Грефы. Сразу хилов поднимайте, а потом рейд, чтоб... Пончик, только у тебя нет, так что давай. Купол, кстати, какой ты хочешь? Кстати, мобов же не было, да, которые их призывать должен? Ты купол хочешь от ДЦ? Мне тут опять. Я толком-то даже 50-го нет, о чем. Не, я кайфую от двух кусков Т4, чтобы подхиливать исповеди. Я не знаю, я даже менять не хочу. Кто-то любит Т10, а вот мне два куска Т4 прям очень нравится. Печеньку бы только вот. Че, может мне в Дестро обратно или похуй, бафать рейд? Да? Ну просто Фростгорн так 18 дал, на 40, 21 или 22. Ком тебе больше нравится, в том играй всегда, чё ты? Да нет, понимаешь, как бы демон тут может больше профита дать. Мне похуй, как бы. Мне не принципиально. Сфера упала. Женек, много локов, демонов нет, нихуя. Оставайся в тему. Че там, враска добивши? Нет. Убили-то уже. Мы стоим на тухлом. Да. Ребафьте каску по 300. По всем обновить. 2 минуты осталось. Зато у меня репутация качается, и я счастлив. Щит не очень. Прям-таки щит. Да не очень. По хантову каску. Каску ребафните по пристам. Кто бафал каску вообще? Можно узнать? Бафнуть каску, которую. Нас просто на замене. Да, просто? Ну, я магика сейчас, если убью. В принципе, да. У меня только у одного полипауэр стоит, поэтому я не знаю, кто из них что. Ну, пропащий прости, нихуя себе. Здорово. Здорово. Где ты там проебываешься? Вот. Гулял. Да какой нахуй гулял? Не было у меня интернета, блядь. А перед этим почему не было интернета? А, это да. Загулял. Загулял. Да, поход дела и маг тоже офнус. У них интернет, видимо, выпил.
магика. Только на трэше стою еще с суммонингсом. Да не ищи, сейчас я принесу и такая... зайду. Ну. Начните пока. А вы на ком там сейчас? Тухлый. 5 минут. За 5 минут они не убьют магика. Отойду. Бля, тут просто как обычно, нахуй. 3 ебальника летят, а остальные сумон ждут, нахуй, у грула стоят. Ты поставил? А ты сделай, как я. Мы, короче, я... нет, не рассказывала. С груля летим, я говорю, сейчас кто не успеет на магика, РЛ кикает. Прямо сейчас, ты знаешь, моментально все налетели. Поспань, поспань. Хотя ну, я с РЛом даже не знакома была. Ну, я даже с РЛом знакома не была, но они моментально все долетели. Кстати, если что, не падал зов? А ты был? У тебя тоже не было что-то? Это второе вообще самое беспонтовое мое, где не падает просто. Почему упадет? У меня на том КД 2 упало, один я срол, один, блин, рублет. За 7 боссов там, что ли, за 8. А вот это пиво и паладин, что ли? Или... Пока. Да. Паладин. Думал сначала тогда, когда трэш подбежал на леди, смотрю это, думал, это ты на ДК. Думаю, ништяк, можно побить трэш. Потом понял, что это не ты. А ты ДК вообще ходишь своим куда? Да. Тут нет. Понял, япончик. Он постив, бля, в гильдии.
Япончик, дай там плечи кто-то вон мной. Чем бомжей вызвали? Че, не любишь бомжей? Облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и опасно. Настя. Короче, а что ты молчишь-то, не анонсишь? Войд, слышишь? Чтоб ты понимал, мы кубы, я один плюсанул, и все, вот мы стоим. Тишина. Вы чё, пизданутые, две споры в миле? Нормально, нормально. Пусть там подохнут эти вагоны справа. Помрёт, не... Я думал, скажешь, кикну с рейда. И танк что-то больно, блядь. Не кто это? Нет, сейчас прям совсем било больно. Не больно, вот меня на Аларе больно било. Так, перестака это интересно. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Мы сейчас в Берсу упремся. Там еще слишком много времени. Все, мы нормально убьем. Ну просто кто-то стопнул ДПС. Если сейчас никто не умрет, то все нормально. У нас на 40, кстати, ДПС больше, чем на. Вы где? На восьмое место выбился. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Блять, вообще ботинки не хотят идти падать. Сука.
Там ловушки ж не чекали, да, сейчас прибегут или не ровно. Уже активировали ловушку. Вроде нет. Трэш добиваем, который уже в комнате. Что, может, найдете? Может, какого-нибудь лема найдете? Я хоть обратно в Дестрика уйду. Ну, я 11 канал натухло. Я здесь, я ебусь с ДБМом Адмирала. Потому что он немножко конченый. Вот, объясню, что я ищу. Я ищу такую хрень. Вот смотри, когда у тебя идет КД способностей, они идут этажиками вниз. Правильно? А мне надо, чтобы они были этажиками вверх. Вот что ищу. В ДБМе просто не заложено такой хрени. Ты ищешь... Можно мне потом будет рыбу дать перед этим пулом? В предыдущем ДБМе было... Без рыбы весь бой бег. Там танк нормальный у вас? Да, нормальный. Нормальный. Пойдет, скажем. А я будет. Я понял. Да, не пойду. Нормальный танк, нормальный. Он боится агро сорвать. 2 Т5 у паладина есть, ты не сорвешь агро. Можете были лока спекнуть, я тоже глянул. Короче, у меня сейчас электричество будут отключать, поэтому смысла нет заходить. Давай проверим, то ты сейчас спрашивал, где мы находимся или нет? Да-да. Вот скилл. Так что, сорян. Что-то мне показалось, что это Влагу говорил. Нет. Вообще не похож. Когда кажется, креститься надо. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Влага, айда, заходи на ланотели, на меня напулишь. Повисли, да? Давай. Пиздец. Я думал, только у меня. Я лагаюсь. Говорю, если бы тогда, когда Лич не багнулся на МГМ, дал, и я вчера был, у меня бы уже был шайб. Пошли, Вага, в рейд. Будешь напуливать на Полину, натрёшь. Варом не понапуливаешь. А почему на меня сразу? А чё ты варом забыл? Хантом сходи. Впадло. Так ты не ответил, почему на меня? Ты на меня напуливаешь? Я теперь буду смотреть. Короче говоря, пойду в рейд за Сердалики. Ну ладно, можешь за полирольки красные. А лучше все вместе. А всех выкинула? Да. Да, упал сервак. Это ты, Вага, неподходящий момент выбрал. Серёжа, компромисс. Никаких компромиссов. Никаких? Эх. Ну ладно, компромисс. Могу голдой взять.
Вага, и что, даже не рассмотришь варианты? Нет. Печальная история. Можно сиськами ПМ. Не, ну сиськи, конечно, разные, но меня этим не удивить. А варианты попробовать предложить можно. Сразу заднюю даешь, а? Никаких задних. Там только вперед. Компромиссы. Сережа, компромисс. А голдой сколько берешь? Все, что есть. Сейчас зайду, дам. Но не меньше полтоса. Блин, ты же знаешь, что нету. Знаю. Что там у тебя, Хант? Да ничего. Что там? Ничего. Мысли пускают на их сторону? Ты на меня напуливаешь, Ридмар? Да нет. А, то есть ваги можно, а ты не напуливаешь. Как так? Если я напуливаю, ты бы умерла будешь. Ты бы ГП получил на мейна. Хочешь? Причем здесь на мейн? Я как бы твином. Да я вообще начлять не могу. Ну просто так, ну получил. Ты смотри, я же ради принципа могу и не опулить. А ты попробуй. Сейчас попробуем, смотри. Смотрю, напуливаю, прям сейчас. Вага, сколько стоит дать ГП Редвару? Надо подумать. Короче... Подумай над ценником, у меня голда есть. О, интересно. Редвар, ты слышал, да? Тисик бонусом, Вага. Коррупция везде процветает. Никакой коррупции. Перед Сингой есть замечательный трёш такой. Который появляется. Смотри внимательно. На тебя трёшь напулит, Полин. Трёшь. У меня есть такая штука, как зубки. А в этот момент танки успеют забрать. А если ещё не считывать заранее, так я... Давай ради интереса посмотрим, успеешь ты щиты кинуть, нет? Так я говорю, что я не буду щиты кидать. Как, в смысле, я успею или не успею? Твою реакцию посмотрим. Так, хилы, не хилим Ханта. Сейчас скажу Ника, даже. Будем говорить... Маск называется, Ник. Да, пусть напуливает, я захилю. Вот, видал? Солидарность хиловская, вот так вот, Редвард. Не, ну это, конечно, хорошо, что ты мой ник назвал. У меня в Reddit-то нету. Пускай они его не хилят, это же хорошо. Правильно, зачем хилить того, кого нету в Reddit? А зачем хилить того, кто не умирает? Вы лучше скажите, там, X2 запустили, нет? Нет.
Эдвард, ты опять параллельно в колду ебашишь? Не, я на их встречу зашел. Могу впью, блять. Мне еще после рейда надо одной девочке про хилбот рассказать. Сидит, ждет. А что там рассказывать? Ну, надо ДДшку играла, теперь вот хилить решила. Давно не играла. Заходит. Угу, я тоже. Заходит, значит, заходим. Редвар, ты ник поменял питомца? А он не меняется, пока ты его, типа, не прогонишь. Ну, там, не выгонишь из дома, питомца? Короче. Нет. Фу. Так из дома выгоню, короче, скажу. Живодер. Ну там кто заходит, выходите сразу. Я зашла, босс был не спулен. Кто ударил? Ой, а тут... Вообще можно было ударить. Тут трэш, Мишка, Мишка. Толок ударил. Чё, туда лучше не заходить пока? Нет. Как они заблюдят друг друга? Может, вы это убьете, успеете? Там убил босса, или нет? Че, вы умерли? Можно заходить? Да, можно заходить. Выйдите, помогите трэш добить. На Мишку юзаю щит земли, а на этом месте стоят зубы. Ну ладно, Вот она сила привычки. Там уже все. Устала. Наелась и спит. Она вообще с таким пузом на лапах ходит, маленький. Я тут бой кричала. Она экран-ножка вообще вкачанная у нее. А Полина на каком персе сидит? Джаст или который другой? Какой Джаст? Джаст это я. Нерв. А, поняли. Ты решил напулить все-таки? Так, значит, ее хилить, да? Да нет, я просто точнее спросил. Чего? Я на минутку отойду. А, пока все заходят, я на твина быстро кое-что посмотрю. Да тут я. Что у нас там, блядь? Перед Майком. Это голос психует. Да, блядь, пол рейда нахуй до сих пор не зашло. Пойду в рейд за голд. Или за сердалики и пулерольки. Ой, я тут рад. Сколько стоит тебя купить? Продамся в рабство. Да. Очень срочно надо. А чё, надо? Сейчас,
пару секунд. Просто там бомбит. Да не успела зайти. Уже пиздец происходит. Просто если я сейчас забью на охоту, то я вряд ли ее уже потом сделаю. Ну как мало будет, надо квестов делать на следующем. А у нас КМ-ки не будет? Мог бы там сделать охоту. Не, ну если будет ХМ-ки, я могу ливнуть. Вроде все кубисты зашли. Тут, в принципе, нету трех дамагеров. Когда у нас хрем? Все, захожу. Да хуй его знает. Может, у кого-то будет. Почтовый ящик есть? Там, по-моему, обычно кто собирал? Спасибо. Войт изредка, чаще всего Фарада. Продажные. Короче говоря, пойду в рейд, если Долорусу стадии доделаем. А вот доделаем. Стадии. Какие стадии? Видимо, Лунатель. Тиндра. Да это ДК нахуй на шмот на танк. Нихуя ты там губы закатай. А мы переведем из нюка без замедления, мне вот интересно. Главное это, что плана быстро не развалилась. В смысле проф? В смысле проф? Профе надо, ему 100 раги надо, ему с из нюка нельзя замедлять. Да, у меня глючит иногда проверку. Знаком хоть уже. Вы бьете или еще нет? Нет. Ну а чё? Багу берем за сердолики. Бага, сука, патч. А, у Декалана тем более, уже ему слышишь, войт ему проф не надо. Ядро, сердолики есть у тебя, нет? Да, Эдвард, ты от меня сердолики проще, а мне уже вот 30к дают за то, что я вроде. Слабо? Дали или дают? Вот уже дали. А каску можно повар? Нет, нихуя. О, блять. Да. А героический режим будет? Если вежливо попросишь. Пожалуйста. Геру, по-моему, надо на экзекутку давать. Тут типа Локи, Вары. А поздно он, пожалуйста, сказал. Зачем нам на скулу Гера? Ну мне потому надо скулу. Он сказал, пожалуйста. Это мне достаточно. Отличные новости, народ! Тишина. Ну да, кто-то за сердолики помощь предлагает. Просто все подумали, что еще можно попросить за пожалуйста. Я
продажная, я за вежливость много чего могу. Это хорошо. Ой, там лут, кстати, групповой. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Фу, вагоны. Пиздец, как плакат просто. Спасибо. Большое спасибо. Благодарю, большое спасибо. Там не проканает, спасибо вам. Кирс, а ты-то чё слакер? Чему ДБМ только заанонсил, всё, убежали вроде все. Не знаю, в меня вообще ни одной не попало. Кран поверните. Все снова давай. Да пиздец, что это такое? Потому что ты ломался. Нет. Блять. Еще одна попытка выбить осколок, если откатят. Да нет, босс не откатится. Просто ты не переживай, у тебя еще 2 часа до РТ есть. Да по-моему, у меня какая-то энергетика хуевая. Стоило мне только зайти, блять, и сервер начал падать. Что за хуйня? Я карму чистил. Ты подожди, прости, нам еще лок хэмыть. Да, блять, что-то походу я сильно хапанул. Надо почиститься. А что ты? У человека даже сели на аватарке. Ну с кармой все нормально должно быть. Не убил магика, да там? Да нихуя, мы еще на трэш один раз упали. Да там проще, карму почистить хочешь? Да, Лага, при входе косарик ГП может почистить. Не, смотри, летишь на Родос, там есть 7 источников. Там есть, типа, проход такой. Типа, как пещера, блядь, там холодная вода течет. Ну. Типа, если ее пройдешь, с тебя все грехи снимаются. Я заебался по ней бегать, честно говоря. Но вроде помогло.
Так, что, сервак опять упал, да? По-моему, мне там придется каждое утро этого года, блядь, пробежку утреннюю делать, ну. Не, ну там прикольно. Если ты в Росгвардии работаешь, то да, наверное. Прости. Кто там печень ведьми хотел вилкой проткнуть, помнишь? Настя, а ты не будешь собирать второй взломан? Вот, это карма твоя. А, я понял, ты про чё. Прости, она тебя прокляла, короче, ты понял, да? Прости, а чё, печёнку будем обжаривать в сухарях? Не, у меня сухая получается, давай сам. Ты печёнку дай мне. Изи. Бомба будет. Блять, я свою готов отдать, лишь бы я магика уже добил. Я слышу, в последнее время твою жрать нельзя. Ран, где завещают после смерти трупы люди свои, там и хавают, короче. Я вот не помню. Заебал. А, ну это в Индию надо ехать. Я тебе серьезно тебе говорю? Там же эти, как... Там карантин, ты говоришь. Акхори, они трупы едят. Ебануться. Какие темы пошли, фу! Мерзость. От коронавируса молитва, как и у нас в России, так что мы с ними недалеко. Фу. Окно Эвертона открыто, блядь. Если кто-то в курсе, что это. Так, ребят, ну чё там? Ничего хорошего.
Он заходит. Вага тут? Оу. Начисляй ГП разработчика. Заебали, блядь, уже.